Трасса 101. Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Kia отзывает в России почти 5500 кроссоверов Sorento. Автомобили были реализованы дилерами в 2021 и 2022 годах. По информации Росстандарта, причиной объявления сервисной компании стали вероятные неполадки с трансмиссией. Это может выражаться в вибрации при трогании с места и в появлении толчков. Проблема решается обновлением программного обеспечения. ВИН-коды авто размещены на сайте ведомства. Трасса 101. В России начинают применять новый закон о запрете выброса мусора из автомобиля. В Курской области чиновники пообещали наказать штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей водителя маршрутки, который выкинул из окна сигаретный окурок. Проступок запечатлела камера видеонаблюдения. Власти напоминают, что сумма взыскания для должностных и юридических лиц еще выше – до 30 тысяч и до 50 тысяч рублей соответственно. Трасса 101. В российских автосалонах появился кроссовер Havail Chitu, который официально китайская компания к нам не поставляет. Цены на модель начинаются примерно от 2,5 миллионов рублей. По размерам автомобиль сопоставим с Nissan Qashqai. Под капотом у него 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 либо 184 лошадиные силы. Силовой агрегат работает совместно с 7-ступенчатым роботом. В оснащение входят панорамная крыша, подогрев сидений, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора. Трасса 101. А компания «Geely» подтвердила, что с апреля в нашей стране начнутся продажи среднеразмерного кроссовера «Манжаро». Стоимость новинки пока неизвестна. Сертифицировали ее еще в прошлом году. Двигатель у машины бензиновый, 2-литровый, мощностью 238 лошадей, привод полный, трансмиссия, 8-ступенчатый автомат. В перечне опций присутствует светодиодная оптика, бесключевой доступ, климат-контроль, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль. Трасса 101. Китайский бюджетный седан Kia e5, который недавно начали выпускать в Калининграде, будет стоить дороже первоначально объявленной суммы. Если раньше речь шла об 1 миллионе рублей, то теперь представитель компании озвучил минимальный ценник в 1 миллион 600 тысяч. Это за версию с механической коробкой передач. Машина, оснащенная вариатором, будет стоить около 2 миллионов. Продажи должны стартовать в марте. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.